Красные в городе. А мы пришли домой, ничего такого не было, видимо, либо службу. А никто не застрахован, то есть мы там тоже что-то. Авайтесь, белогвардейцы. Меньшевики, эсеры. О, сейчас будут фотографироваться. Наши коммуняки. Хоть относительно не старые. В основном у нас вот такие пожилые люди выходят на эти акции. Вот как женщина идет с палочкой. Собираются там старички возле Ленина. А эти, откуда они взялись, непонятные. Что-то этих людей не видно. Ни на каких праздниках, ничего. Может, приезжие какие-то. Так, сфоткались и пошли. Сейчас мы их чуть-чуть проводим. Прям демонстрация какая-то. Ну, самое главное — запечатлить момент. Партия Ленина вперед. Догоняем товарищей. Вид какой. Красный в городе. Опять девушка пускает пузыри. За КПРФ, да? За КПРФ. Вот, акция. Акция «Девушка добрая, пускать пузыри» за КПРФ. Круто. Круто. Вот такие у нас люди, видите как? Поддерживают КПРФ и пускают пузырьки. Лагерь наш. О, красиво как. За КПРФ пузырьки. О, фаны, видите, какие у нас. Базар установили в одну нитку. Нет, в разные стороны.